Еще сегодня рисуем животное, которое совершенно не похоже на верблюда. Мы рисуем ленивца. Ленивец, естественно, мы его рисуем сразу с веточкой, на которой он висит. Вот, можно ему сразу тут пальцы нарисовать и сразу ему все лапы нарисовать. Вот он держится за эту ветку. И ленивец, у него даже шерсть растет вот так, снизу вверх. Если мы его поставим на, ну, как бы в обычное положение, но мы не будем его мучить, не будем его ставить в обычное положение. У него еще, как вы знаете, такая маленькая круглая голова. Тут вот у него нос, тут вот у него глазки. И глазки у него с такими, в такой маске. Вот. Вот такой вот он ленивец. Это у нас трехпалый ленивец. Есть еще другие разные ленивцы, но этот самый популярный. Вот, все, нарисовали мы ленивца, висит он на дереве. Тут можно ему еще листиков нарисовать, чтобы ему было что есть. Вот, ленивец наш готов. Рисовать еще раз? Или просто повторите? Ну, смотрите, очень просто. Ветка, ножка, ручка, еще одна ножка, еще одна ручка. Круглая голова. Все, вот он весь ленивец. Мы его практически закончили. Нос. И самое трудное. Вот такая вот у него маска. Вот он. Все. Шерсть растет вот так. Тут можно ему еще пальцы. Ногти, но не обязательно. Ветку, конечно, можно потолще, чтобы бедняга-ленивец не свалился.